не будем. Цитрус – идеальное место для свиданий с гаджетами. Добрый день. Люди, которые стоят в проходах, создают дополнительный ажиотаж. Те, кто смотрит снаружи, кажется, что здесь очередь не пускает, поэтому поднимают головы. Меня зовут Виктор. Я экс-маркетинг-директор Цитруса. И сегодня мы, если запустят презентацию, поговорим про то, как можно из маленькой компании вырасти в большую. Я надеюсь, многие из вас взаимодействовали с маркетингом Цитруса. На первый взгляд сложно сказать, это маркетинг, это какие-то шуточки, или это все серьезно. И вот об этом мы сегодня поговорим. Сейчас, секундочку, рано. Я сегодня расскажу, как мне кажется, о таких практических советах, универсальных, для того, чтобы можно было каждой компании вырасти. Расскажу на двух примерах. Собственно, на бренде Citrus и на бренде Meizu. Это бренд смартфонов, который Citrus в течение 3 лет развивает в Украине. Что нужно для того, чтобы вырасти? Ну, по старинке, по классике, конечно, нужно посмотреть на рынок и понять, как он устроен. Как устроен рынок в нашем случае смартфонов, рынок гаджетов, из чего он состоит, где-то можно заработать. Вообще, конечно, маркетинг не очень веселая штука. Это ключевой тезис доклада моего сегодняшнего. В принципе, я функцию сделать селфи на сцене сделал, ролик рекламный про Цитрус показал. Ну вот, на этом все. К сожалению, для большинства маркетологов существует нижний уровень пирамиды. Они делают что-то очень интересное, постят котят в Фейсбуке, в ВКонтакте, но не всегда понимают, а какие перед компанией стоят задачи, какие цели. Диджитал-маркетологи в основном находятся на уровне контекста и работают с существующим спросом. Если вы хотите вырасти, вам нужно идти дальше, и вам нужно найти свой кусок. Свой кусок пирога на рынке, на котором вы и ваша компания смогли бы заработать. Цитрус традиционно является лидером в продаже смартфонов в премиум-сегменте. Это конек был и остается. Но 4 года назад, в период очередных потрясений, которые в Украине не заканчиваются, к сожалению, никогда, мы поняли, что рынку нужны помимо айфонов еще и бюджетные устройства. И начали развивать рынок китайских смартфонов в Украине. Сегодня это огромный рынок. Сегодня китайские бренды потихоньку отъедают продажи у корейских, американских. Но тогда это был челлендж. Тогда мы решили, что вот ниша бюджетных смартфонов, на которых мы хотим развиваться. Самое интересное в маркетинге – это там, где можно всегда расти. Это формирование потребностей. Для того, чтобы вырастить и сформировать новую нишу в Украине, мы пошли двумя путями. Мы начали говорить, есть альтернатива дорогим смартфонам, есть китайские бренды, есть бренд Meizu, который построен по философии компании Apple, это инженерная компания, экраны у них от Samsung, процессоры тоже от Samsung, но стоит это в 2-3 раза дешевле. И также мы начали инвестировать в формирование вообще потребности в смартфонах. Сегодня у каждого из вас смартфон. 4 года назад эта цифра была значительно меньше, и мы говорили о том, что с небольшим бюджетом уже можно себе позволить нормальный смартфон. Развивая китайские бренды в Украине, однозначно мы сталкивались с огромным количеством стереотипов по поводу качества, по поводу, а может быть ли дешевая юшка, дешевая рыбка. Это один из этапов, который вам нужно будет пройти, потому что новая ниша, формирование новых потребностей всегда будет встречать сопротивление. Один из инструментов, которых мы использовали в первые полгода продажи бренда Meizu в Украине, мы гарантировали программу кэшбэка, возврат денег через 30 дней. Мы говорили, вы покупаете смартфон, если вам он не подошел, он находится в рабочем состоянии, мы вам возвращаем деньги.
Это то, что позволило снять боязнь потерять свои деньги и попробовать что-то новое. Оп. Один из коньков коммуникации в продвижении бренда Meizu – это была работа с потребителями техники Apple. Очень большая была миграция людей, у которых были iPhone 4, 4S, те, кто их покупал еще по курсу 8. И после того, как курс изменился, в новой гривневой реальности они не могли позволить себе, большинство из них не могли позволить себе новый iPhone. И мы активно провоцировали на диалог, а можно ли перейти с iPhone на мало того, что на Android, так еще и на бренд Meizu. Одна из коммуникаций, которую мы активно используем, лечим яблочную зависимость, она троллила владельцев техники Apple, и часть из них переманила на свою сторону. Сегодня я ехал на конференцию, и один из попутчиков как раз был с брендом Meizu, и он перебежчик с техники Apple. Он говорит, я зато каждый год покупаю себе новый смартфон и не задумываюсь о том, где мне найти деньги на новый смартфон. Если ты маленький, у тебя есть всегда самое большое преимущество. Ты не обязан нравиться всем. Ты не обязан нравиться всем бабушкам, всем мамочкам, всем дедушкам. Ты можешь выбрать аудиторию и общаться с этой аудиторией на том языке, на котором она воспринимает тебя. Быть достаточно дерзким, и в том числе за счет своей дерзости, а Citrus — это дерзкая компания, яркая, выделяться. И когда ты маленький, к тебе достаточно снисходительно относятся все, начиная от прессы, заканчивая потребителями, потому что им интересно наблюдать за твоей игрой, за твоей работой, и за счет этого можно очень серьезно дифференцироваться, в том числе в коммуникациях. Одна из компаний рекламных по продвижению бренда Meizu строилась на том, что за 5000 гривен можно купить телефон известного корейского бренда в красивом золотом корпусе, но с начинкой трехлетней давности, либо купить современный смартфон Meizu. Коммуникация шла, что ты выберешь, Meizu или золотую табуретку, тем самым дифференцируясь от A-бренда, так называемого, в данном случае это была компания Samsung, показывая, что зачем платить больше, если можно за эти же деньги получить телефон на несколько поколений вперед. Одна из потребностей, с которой работал Citrus, и это была возможность у бренда Meizu, даже на бюджетных смартфонах Meizu появился первым сканер отпечатков пальцев. Это была сильная сторона, этим можно было дифференцироваться, но большинство потребителей не понимали, а для чего им сканер отпечатков пальцев? И мы инвестировали в коммуникации, показывали, что у вас есть интимные переписки, у вас есть финансовые приложения, Privat24, у вас есть корпоративная почта, какие-то интересные фотографии, все это нужно защищать. Формируя потребность в дополнительной защите своего смартфона и в удобстве сканера отпечатков пальцев, мы дифференцировались от всех конкурентов, потому что в этом сегменте больше ни у кого не было телефонов со сканером отпечатков пальцев. А так? Мы на диджитал-конференции. Периодически на слайдах еще появляется телевизор. Citrus в течение 6 лет активного роста и развития вообще не использовал телевизор как канал коммуникаций. С одной стороны, в какой-то период мы были маленькие и жадные, а с другой стороны, на телевизоре были все наши конкуренты, и нам очень сложно было бы выделиться там, как на уровне бюджетов, ну, на креативе мы, конечно, вышли, но прежде всего на уровне бюджетов было бы очень сложно конкурировать. Поэтому 4 года назад мы сделали ставку на диджитал, получили экспертизу, и сегодня Citrus является одним из ключевых игроков медиа, диджитал рекламе в Украине, одним из самых больших потребителей, имеем очень большую экспертизу, а самое главное, нам удалось вырасти. И только сейчас, когда мы почти исчерпали диджитал, в этом году мы впервые вышли с рекламой на телевизоре. Пока мы еще не понимаем, помогло или не помогло, но решили попробовать. Когда у тебя небольшие бюджеты,
очень важно, чтобы твоя реклама была заметной. Это одна из возможностей для небольших брендов выделяться не объемом бюджетов, а остротой месседжа или вообще заметностью месседжа. Большие бренды вынуждены нравиться всем и вынуждены делать достаточно пресную рекламу для того, чтобы никого не обидеть. В том числе потому, что основной их способ коммуникаций – это телевизор, на котором 1001 ограничение. Digital позволяет делать 1000 рекламных кампаний одновременно, экспериментировать с разными месседжами, с разной остротой и получать эффективные взаимодействия, привлекать к себе внимание с намного меньшими бюджетами. Да, хорошими делами прославиться нельзя, как говорил старуха Шапохляк. Так устроен наш мозг, что на что-то негативное или на что-то вызывающее, на любой раздражитель мы реагируем намного лучше, чем на что-то хорошее, теплое. Чаще всего рынок представляет маркетологов Цитруса примерно такими. Наркоманами, веселыми ребятами. Мы веселые ребята, но не курим и не пьем. Но мы в том числе эксплуатируем этот образ, и он помогал к нам привлекать к себе внимание. Очень сложно, держа определенный стиль, в данном случае Цитрус держал такую планку достаточно острой провокационной кампании, очень сложно не начать повторять себя и очень сложно менять тональность внутри своего стиля и делать разные коммуникации, при этом быть свежими и интересными. Иногда нам это получается. Одна из последних кампаний, которые мы проводили для поддержки красного айфона, мы предложили обменять 450 мл крови на iPhone. В рамках лонча этого продукта мы предложили пойти в сдать-центр приема крови, получить талончик, зарегистрироваться на розыгрыш и таким образом выиграть один из, по-моему, 10 красных айфонов. Акцию мы продлевали два раза. Мы парализовали деятельность центров приема крови в Украине. Больше 1000 человек поучаствовало фактически в акции, превысив все нормы по сдаче крови в Украине. Мы сделали хорошее дело, но и привлекли внимание к Цитрусу и красному айфону. Не всегда мы делаем благородные коммуникации. Через несколько недель после айфона стартовали продажи Samsung Galaxy S8. Мы испытывали наших клиентов на прочность их дух. Заставляли их ходить по углям, кушать червяков, целовать лягушек и еще 5 остальных разных заданий. Но это коммуникация, которая вызывает эмоции, вызывает интерес и позволяет с минимальными бюджетами быть заметными. Но для этого нужно держать стиль. Для того, чтобы делать такие вещи, их нужно делать регулярным. И сегодня, когда наши конкуренты пытаются делать провокационные вещи, им говорят, ну, это, конечно, весело, но это в стиле Цитрус. Это одна из наших перемог. Клиенты. Очень важно действительно их анализировать. Звучало сегодня много разных мыслей по поводу трендов, по поводу того, как же их мерить. Но главное клиентов слушать. Один из простых способов анализировать клиентов – сначала их получить. Да? Сначала вы можете смело делать рекламные кампании, продавать тем, кому получилось продать, а дальше их анализировать. В Цитрусе очень серьезная CRM-система, мы очень долго собираем данные, и мы очень глубоко знаем своих клиентов. Мы понимаем потребителей каждого смартфона, каждого аксессуара, как они коррелируются по регионам, что они еще покупают. И это позволяет нам дальше намного эффективнее с ними работать. Также мы слышим наших клиентов, слышим, когда они включаются в наши коммуникации. Один из виток борьбы бренда Meizu с брендом Apple. Это волна, где мы говорили, что включи мозг, выключи понты. Это фотография путевой стены в метро рекламы, которая была размещена на одном из групп ВКонтакте андроидеров. Десятки тысяч лайков, перепостов, где они говорили, да, все Apple-воды, они только ради понтов и так далее. Это коммуникация, которая
попала в аудиторию, которая была сказана их языком и которая разносилась сама по себе. Очень важно, и вот сегодня уже опять же несколько раз это прозвучало в докладах, мы каждый день начинаем обладать все большим и большим количеством цифр и не всегда понимаем, что с ними делать. Да, как в фильме «Стражи галактики», «Я есть Грут», фраза, которая обозначала очень много разных фраз, и ее нужно было просто вовремя расшифровать. Citrus сегодня активно экспериментирует с моделями атрибуции, и это дает свои результаты, потому что прежде всего Citrus — это омниканальный ритейл. Мы четко понимаем, как ведут сегодня себя наши клиенты, где они начинают знакомиться с продуктом, когда они начинают знакомиться с продуктом на сайте и завершают свою транзакцию в рознице, когда наоборот они начинают знакомиться в рознице, или когда они начинают знакомиться с персональным транспортом на нашем точке проката, потом идут в магазин, заканчивают транзакцию на сайте. Это позволяет делать большие инвестиции в медиа, но делать их эффективные и оценивать не в лоб, не по последнему клику, а по нескольким критериям. Ну, о каких критериях я, конечно, не расскажу, это секрет. Вдруг вы тоже станете эффективными и победите Citrus. Одна из важных составляющих в маркетинге, особенно в вирусном, то, что ты делаешь, ты должен любить, верить, а самое главное — испытывать на себе. У вас ничего вирусное не взлетит, если вы это не проверите на себе, не поучаствуете сами. Команда Citrus регулярно участвует в различных собственных вирусных коммуникациях. В рамках рекламной кампании Meizu был конкурс в Инстаграме «Я и моя табуретка», где нужно было делать селфи на табуретку, слушать музыку. Первыми участниками, обложками этого конкурса были сотрудники Citrus, которые не постеснялись в этом участвовать. Если вы и ваш сотрудник стесняется того, что вы делаете, значит, это не сработает, вы делаете что-то не то. Команда. За мой длительный опыт в маркетинге я понял, что команда намного важнее бюджетов. Сегодня даже с точки зрения оценки стартапов оценивают не конкретную идею, не количество напиленного софта, оценивают команды, их возможность двигаться дальше, их возможность сплоченно работать и генерировать крутые идеи. Сегодня в зале много сотрудников Citrus, они отпетляли от работы, решили послушать. Я им всем передаю привет, ребята, вы лучшие. И только благодаря крутой команде Citrus, она небольшая маркетинговая команда Citrus, всего человек 60, но она позволяет двигаться быстро и обгонять очень больших и зубастых конкурентов. Но не очень важно, каких бы результатов вы ни достигли, никогда не останавливаться, двигаться вперед, потому что рынок динамичный, и он всегда может вас догнать и перегнать. Для того, чтобы там информация про Meizu не была просто красивыми картинками и история, я покажу несколько слайдов. Это три ведущих китайских бренда Meizu, Xiaomi и Huawei по Google Trends во Франции, Индии и России, рынки, которые как бы могут быть похожи на нас. И рынок Украины, где Meizu является очень популярным брендом, намного популярнее, чем Huawei, хотя на остальных рынках Huawei один из первых брендов. Это тот прорыв, который сделал Citrus своей командой, работая одновременно как ритейл, а самое главное, как вендор, потому что весь маркетинг Meizu в Украине — это маркетинг Citrus. Благодаря этому Meizu вошел в топ-5 брендов смартфонов в Украине, при этом на родине он всего входит в топ-15. Citrus маленький, зубастый, вроде бы веселый, вроде бы что-то делает, вроде бы что-то у ребят там получается. Сегодня вошел в топ-3 ритейлеров по продаже гаджетов в Украине, не останавливается на доступном, желает вам яркого настроения, благодарит за то, что вы пришли. В Фейсбуке я иногда пишу про своих детей, иногда про маркетинг, иногда про все окружающее. Давайте дружить. Спасибо.